Кто такие блондинки на дорогах? Очень многие почему-то думают, что автомобиль им купил либо папа, либо папик, либо же муж. Ну, в общем, точно не она сама. Этого не скажешь про нашу сегодняшнюю героиню. У тебя что-нибудь такое феминистическое есть? Я сама, не трогайте, не мешайте. Не в этом дело абсолютно. Ну, типа, я с детства в этой теме, СТОшна. Мне это просто все нравится. Ну, это не к тому, что я хочу все сама делать. Нет. Это к тому, что просто мне это нравится. Я от этого кайфую. Кто-то тратит деньги там, на шмотки, там, на какие-то там украшения и так далее. Я собираю деньги там, на новые колеса, например. Поехать в Минск, допустим, докинуть еще 100 лошадей. Как вариант. Она очень хорошо ездит на автомобилях, офигительно разбирается в технической части самих автомобилей, а также это есть основательница Volvo Family. Встречайте, Volvo Blond, а в миру это Оля. Да, здравствуйте. Оля, у меня всегда был один вопрос. Откуда такая бешеная любовь к автомобилям? Мы уже пытались как-то раньше заснять, но движение к Volvo Family волей случая мы встретились снова. И теперь я могу задать те каверзные вопросы, которые я хотел. Все-таки, откуда же начнем по порядку автомобили? Почему именно автомобили? Ну, ни для кого не секрет, что у меня у отца Volvo S100. Вот, отсюда как бы я еще с детства с ним проводила очень много времени, и меня не интересовали куклы, там, игрушки и так далее. Мне было интересно, как менять свечи, что такое колодки, что такое тормозные диски. Помимо самой приборки, вентилятора, и еще она хочет поменять свечи. И это все с учетом того, что через час встреча. Ну и все эти нюансы. Ну и плюс папа очень хотел мальчика, появилась я. Поэтому мы решили совместить это все в одном человеке. Ну вот, как вышло. А забегая наперед, скажу, в семье там две девочки у папы, и поэтому, с одной стороны, папа очень счастлив, что выросла такая дочь. Нас трое девочек у папы в семье. Я третью просто не знаю, знаю двух, а третью я как-то... И сын есть, да, но он не так любит автомобили, как я. Нужно смотреть на то, как горит огонь, на то, как работают другие люди, и на то, как девочки меняют чего-то в своем автомобиле. У каждого разное. То есть шуба тебе новая не нужна, тебе нужны новые колеса? Не, ну колеса я уже купила, но суппорта нужны новые. Ну все, не колеса, так суппорта. Мне на праздники не дарят, ну, обычные подарки. В прошлом году мне на день рождения подарили борловскую банду. Ну, выхлоп глушить. Прямо точно. Таким подарком я очень рад. Движение само Volvo Family. Откуда взяли силы это все организовать и вообще сколько людей сейчас есть, потому что на моей памяти там было что-то около 200 человек, но это было... Да, ну, пополняется зимой не так активно, честно говоря, потому что зимой люди как больше в спячку уходят, да, но сейчас около 300 человек, и набираем. И как появилось, честно вам сказать, ну, я немножко завидовала ребятам, которые там катаются на BMW, Audi, у них клубы, они собираются, какие-то общие интересы, вот, они обсуждают, ну, это движ такой, ну, прикольный, как мне казалось на тот момент, и... Мне очень хотелось, чтобы Volvo в Украине начали культивировать больше. Почему? Потому что бытует мнение, что Volvo для пенсионеров. Но я хочу развеять эти мифы и, в принципе, уже это делаю. Это очень крепкая машина, которая оправдывает себя в надежности. И ну, ты себя в ней чувствуешь на самом деле защищенно, потому что... Ну, во всех ДТП, которые за мою жизнь случались с Volvo, люди как минимум оставались живые.
как бы там ни было, но ты хотя бы живой точно выйдешь с нее, если ты пристегнут при одном условии. Поэтому, ребята, кстати, пристегивайтесь всегда, даже если вы выезжаете в магазин, что, ну, даже если вы очень хорошо водите машину и умеете, не факт, что все вокруг вас тоже так умеют водить автомобиль. Я познакомилась с ребятами, скажу честно, на гонках. Вот. У всех у них была Volvo, и мы решили, что пора, время настало развивать эту тему. Вот. И мы решили создать клуб, напечатали визитки, просто люди на нас странно, честно говоря, посматривали сначала, но мы начали на драйве людей приглашать, просто на улице, где стояла машина и был ее владелец, мы приглашали. Вот так потихоньку-потихоньку собрался клуб. Вот. Но это как бы не финиш, мы будем развиваться дальше, будем придумывать какие-то классные сходки, мероприятия. В любом случае, каждую пятницу, там, когда сезон, тепло, мы собираемся на парковке Ашана, общаемся, там, кальян, музыка, весело, все, играем в игры даже так. Очень часто ездим, опять же, на гонки. Вот. Зимой, ну, зимой на парковке сильно не постоишь, поэтому мы встречаемся там, где-то посидеть в тепле, опять же, поиграть, пообщаться, познакомиться. В общем, не скучаем. Слово «гонки» — это было вопрос потом, но тем не менее у меня другой вопрос возник. Хорошо, гонки, но это же в основном затея мальчишек. Как они относятся к вот этим вот вещам? И бывало ли такое, чтобы ты побеждала в этих? Честно вам скажу, это наверное, самое приятное, в принципе, вот в этой всей затее. Почему? Потому что, особенно когда, ну, я катаю драг, мы проезжаем 402 метра, финишируем, допустим, я обгоняю соперника, мы выходим. Почему? Потому что, ну, зачастую гонки организовываются так, что там 5-6 пар заезжают, и потом они возвращаются на исходную позицию. И мы когда выходим, и ко мне ребята подходят, говорят, типа, а что у тебя под капотом? Типа, а ты на механике? А как это вообще возможно? Ты на механике, а что под капотом? Ну вот, прошлый сезон я много не катала. Почему? Потому что мы делали немножко апгрейд машины. Вот, в этом сезоне будет еще больше апгрейд. Но об этом потом. Да, апгрейд, насколько я помню, был даже в нескольких странах, не включая Украину, он еще и продолжался в Беларуси. И в этом году будет еще продолжаться. Будет интересно. Вот. Но тогда, когда я катала, это был позапрошлый сезон, позапрошлое лето. На тот момент у меня была стоковая машина абсолютно, ну то есть ничего. Мы перекинули туда все от донора, 30 тысяч родного пробега, механика, 2,3, 245 лошадей родных. Ну и даже на этих родных лошадях мустанги новые, которые 2,3, казалось бы, тот же мотор. Маздовский мотор и мустанг с 2,3 это такая. Ну, вы знаете, когда машина 15-16 года, у меня там 2002, и типа, ну, я его ухожу от него. Притом я на механике, девочка там, ну. Надо было в другую коробку прийти. Сука, я предуприл. Он сказал, он больше на гонки не приедет. Миша, прости меня, пожалуйста. Он себе теперь купил Теслу. Ну, на Тесле тяжело тягаться с двигателем внутреннего сгорания. Ну, в этом году посмотрим. Но тем не менее. В этом году посмотрим. В этом автомобиле много чего переделано? Ой, да тут просто, не знаю. Хорошо, что осталось родного? Начнем, подойдем издалека. Не, на самом деле родное практически все. В общем, история изначально этого автомобиля была очень интересная. У меня была S80, 2.9 атмосфера. Хороший седанчик, тяжеленький, ну то есть как бы, мне он очень нравился. И как-то просто я ехала с работы домой, увидела вот эту машину, засняла ее на видео, приехала к отцу. Говорю, пап, вот хочу эту машину, вот именно эту. 15 минут проходит, приезжает мужчина на этой машине, говорит, я ее продаю. Я посмотрела, тогда был мотор 2.4 на автомате, турбированный тоже. 245 заводских лошадей, в принципе, ну как бы, все хорошо. Буквально за неделю я продаю свою 80-ку, покупаю эту. Вот. Но отец сразу сказал, говорит, ты будешь иметь с ней геморрой, так сказать. Почему? Потому что машина редкая. Таких машин 18 на всю Украину, и запчасти на нее найти, это прям надо хорошо постараться.
Вот. По итогу у меня начала бить коробка. Я завезла коробочникам, отдала 800 баксов. Они мне ее сделали. Я приезжаю, выезжаю от них, включаю драйв. У меня такой толчок, вроде меня сзади кто-то догнал. Возвращаюсь к ним и говорю: ребята, она не работает. Ну, то есть она работает, но бьет все равно. Они говорят: ну, мы всю внутрянку поменяли, фрикционы, все новое. Надо менять гидроблок. Гидроблок еще $700. После того, как ты соберешься менять гидроблок, надо еще 800 на то, чтобы коробку сделать опять. Я прикинула 1,5. Думаю, интересно. А в то время как раз начали с Польши гонять машины. Мне проще за эти деньги было донора пригнать. И поставить механику, так как я, в принципе, давно хотела механику. Я с тех пор начала искать себе донора, и каким-то чудом, чудным, дивом дивным, позвонил мужчина отцу, зная, что у дочери C70, говорит: у меня в гараже стоит донор вам с пробегом родным 18 тысяч. Это подарок судьбы. Это очень нашумевшая история была в те годы. Мужчина купил салона за 70 тысяч долларов на то время, это 94-й год, где-то так. Нет, не 94-й, вру, 97-98. Он купил эту машину с салона, он покатался вот как раз 18 тысяч, и куда-то он спешил, ехал там около 200. Ему выбежала собака на дорогу, он уходил от нее, ушел в кювет, снес дерево, перевернулся на крышу. То есть кузова нету? Я бы не сказала. Потом его поставили на колеса, он доехал домой. В чем была проблема? У него не сработала подушка безопасности водительская. Но, так как видите, аккумулятор вот здесь вот находится. То есть потом, после этого, у машин начали аккумуляторы делать ближе к лобовому, либо вообще в багажнике. Да. Почему? Он именно этой стороной снес дерево. И то есть он обрубил полностью все контакты на аккумулятор. И это настолько было быстро, что не успела сработать подушка. Просто она не успела сработать. И весь салон остался целый. С мужчиной, в принципе, ну, как бы тоже там... Ну, он сказал, что он получил инвалидность, ну, так сказать, не могу судить. Вот. И вот она 20 лет у него стояла в гараже. Могу с фотки видео донора, который я забирала. Там было, не было лобового, не было заднего. Боковые стекла целые все. Крыша, естественно, примята чуть-чуть. Передний бампер. Все. Все под капотом, весь салон, полностью все осталось целое. Я, естественно, ее забрала. 18 тысяч пробега, новая машина. Мы ее привезли, поменяли топливный фильтр, и она завелась сразу же. Ну, то есть это счастье несказанное, так сказать. Ну, и остался у меня родной кузов с той машины. Все остальное вот. Потом мы поехали в Беларусь, в Минск, к одному чародею, так сказать, который эти машины делает, вот он их, он умеет их делать, добавлять мощности. Почему? Потому что у нас их ремонтируют хорошо, но добавить мощности у нас не практикуют, по крайней мере. Ну вот мы поставили мощнее интеркулер DO88, который, в принципе, шел по заводу, но у нас его найти, это тоже, это стоит он, в Англии он стоит 1000 евро. А у нас его, в принципе, ты не найдешь, потому что вот это все, это как по заводу, пайпы все родные, все. Он мне поменял дроссельную на больше, я уже поменяла катушку, форсунки,
Мы переделали полностью выхлоп, даунпайп сделали с вот самого начала. Банку подкинули, там 3-дюймовая вся трасса. Что он еще сделал? Я, честно, так навскидку не вспомню. Ну, прошивку наверняка другую. Да, мозги вообще другие. Да, на 320-340 сил. Но, и замеры были? Вы знаете, я не успела нормально замериться. Почему? Потому что с места она сейчас нормально не едет. Потому что для того, чтобы она поехала с места, нужно как минимум полуслики. Она первая, вторая и начало третья нас шлифуют. Слишком много. Ей не зацепиться, много. Я понял. Да, сильно крутящие моменты, очень много этого. Мы катали этого. Ролл с ребятами, у которых 300 плюс, там 320 плюс-минус. Там было интересно, конечно, она поехала. По сравнению с заводскими, мы приехали, она надо руль держать для того, чтобы ее удержать. Она вырывается, она совершенно дурная стала. Ну, я уже привыкла, конечно, мне бы еще чуть накинуть. Ну, если коронавирус закончится, в следующем году будет еще один апдейт. Она поедет 600 сил легко, турбина, естественно, было бы неплохо еще полный привод сюда приколхозить. И делает полный привод, но не у нас. Вот в Минске могут сделать полный привод 600 сил. Я видела на базе таких машин такие показатели. Audi RS7, там RS8 сзади остается просто на раз. Я к чему говорю про вот момент, если пойдет на все четыре колеса, то ей будет намного легче зацепиться, конечно, нежели да. Шлифовать одним колесом, когда... Тут какой момент? Для драга, естественно, полный привод – это как бы 100%. Но когда катаешь ролл там, с 60, например, с 80, тогда полный привод уступает переднему. Вот как-то так исторически сложилось. Так ну, сказать. Если машина нужна только для того, чтобы катать роллы, то да. Ну, но да. Если для повседневной езды, и где-то стартовать, уходить, закладывать, то полный привод он просто не заменил. Ну вот, все зависит от того, как у нас будет ситуация в стране, и не только у нас. Я, естественно, я очень хочу полный привод сюда поставить, при том, что здесь ставится именно полноценный полный привод. Не вискомуфта, которая шла там на 850, Volvo, которая просто блокировка дифференциала, она ставится на одну полуось. То есть это полный привод в кавычках. А сюда ставится полноценный Haldex, который отрабатывает как вот... на XC90, на XC70. Вот как-то они его сюда ставят, никто не знает как. Но я когда с вот этим всем приехала к нам, то есть у меня есть знакомые тоже на других СТО, они все собрались, говорят, а как? Откуда он дроссельную сюда поставил? А как он, откуда он ее взял и как это работает вообще все? Ну, то есть у нас не практикуют что-то внедрять другое, там, допустим, в эти машины. Починить, поставить все завод, там вообще не вопрос, все красиво. Но сделать как-то что-то по-другому, просто нету практики такой у нас в стране. Потому у нас что... в стране мало автомобилей Volvo. В принципе, никто даже не ожидает, что Volvo ехать может. Вот это тоже, да. Я пока не поездил на Volvo, я не думал о том, что оно такое может. И тем более с теми пробегами, которые, вот самая большая машина, которая загоняла сюда, в нашу страну, это с пробегом 720 тысяч. И она еще ездит по сей день. Это был, по-моему, 18-й год или 17-й. То есть прошло уже 2-3 года, а очень машина ездит и абсолютно не дымит, не пердит, и все нормально она ездит. Поэтому жизнь у Volvo есть. Откуда берутся силы, даже, наверное, не силы, где набрать столько времени? Потому как, я тоже люблю всякий движок, но катастрофическая нехватка времени не позволяет мне хотя бы приехать на встречу и побыть там, буквально полтора часа. Откуда у тебя столько сил, столько энергии и гонки, и автомобили, и движение, это все? У меня на самом деле очень много хобби. В этом году я, как бы это ни смешно было, но я иду на курсы сварщика. При этом все, я еще там, я шью, занимаюсь, у меня много хобби на самом деле. Не знаю, у меня очень много энергии, всегда так было, и на самом деле, наверное, еще буду думать над чем-то, куда ее реализовать. Вот. Я работаю дома, плюс у меня пока нет детей, вот, поэтому времени у меня на самом деле хватает с головой. У многих наверняка будет вопрос, кто купил машину.
и сама ли ее купила, или же все-таки кто-то помог? Нет, полностью сама. Я вам хочу сказать, отец, ну, как бы у него СТО, все хорошо, но он мне еще, как вот я заканчивала университет, он мне сказал: Оля, хочешь машину? Купи, заработай. Хочешь квартиру? Заработай. По итогу, ну, как бы я 6 лет была без отпуска, я работала как проклятая. Но тем не менее, я была очень довольна своей работой. Почему? Потому что это дало мне возможность путешествовать. Я полетала по конференциям. Само собой, ну, как бы, я купила квартиру сначала, естественно, ну, половину взнос был живой суммы, потом в рассрочку 2 года. И, то есть я купила машину, я выплачивала рассрочку, я снимала квартиру, при этом я еще делала ремонт ванны. Ну, все за свой счет, естественно. И все, что я делаю в своей машине, отец сказал: типа, хочешь, зарабатывай. Ну, то есть, да, естественно, он не может там какую-то небольшую скидку сделать там, и так далее. Там, может найти какие-то запчасти, которые никто не может найти. Тем не менее, я все плачу, как и все. Даже на станции никто мне там... Ну, то есть, ребята работают, почему они должны работать бесплатно? Естественно, я все оплачиваю. Не было ли таких мыслей найти какого-то богатого мужчину, жениха, мужа? Ну, скажу честно, мне еще было лет 16, наверное. Мне предлагали стать, типа, любовницей, у тебя все будет, тебе за это ничего не будет. Все как всегда. Не знаю, я воспитывалась не так. Мне это все, ну, абсолютно не по душе. Ну, то есть сейчас, на данный момент, да, я знаю, что... Я это все купила сама, да, я никому ничего за это не должна. Никто не скажет мне там: вот я ж тебе подарил, а ты мне теперь давай отрабатывай. Поэтому, ну, это скорее спасибо отцу, который вот такое отношение к жизни, так сказать, заставил. И воспитал во мне, да. Ну, то есть, в любом случае, мне даже сейчас, вот настолько я как бы к этому привыкла, мне неудобно, когда за меня платят. Ну, я не привыкла к подаркам. Там, я больше люблю дарить подарки людям, чем-то их радовать, чем вот сама получать. Ну, бывало, конечно, ребята подкатывали там на папиных машинах, там, на папиных деньгах. У меня сразу первый вопрос: ты сам купил? Ну, ты сам реально заработал? Или тебе папа подарил? Мне папа подарил. Ну, сам заработаешь? Тогда приходи, мы с тобой пообщаемся. Ну, не грубо, уже хорошо. Не, я как бы вежлива, просто... Я очень не люблю людей, которые, так сказать, колотят понты, ну, неоправданно совершенно. Вышиваю, чиню автомобиль. Кстати, ремонтирует автомобиль она сама. Все, что она не может, она не просит. Оля, расскажи, чтобы я не был голословным. Ну, в общем, то, что я знаю, там, ну, то, что я могу починить, то, что я, в чем я уверена, да, я делаю сама. А в принципе, ну, я приезжаю на станцию, с чего вообще это все началось? Каждый раз, приезжая на какой-то там ремонт, я не отходила от слесаря. То есть это постоянно такое, типа, а что ты делаешь? А расскажи мне, а как это называется? То есть я его, конечно, очень люблю. Дима, привет. Я его, да, вопросами... истязала, но тем не менее, я теперь знаю, что поломалось, как это починить, на что это влияет, могу ли я дальше ехать, да, там, то есть всякие моменты в жизни бывают. Но я подготовлена к ним, так скажем. Кстати, Оля пояснила, рассказала, как правильно поменять клапан сапуна, клапан рециркуляции выхлопных газов. Ну, в общем, есть там мембрана такая, слабое место, когда оно рвется, то... И обороты прыгают, никто не мог понять, что Оля такая: чувак, вон там, блин, берешь стоит машины, запчастилину ставишь, и реально сработало. Я этого не знал. Мне стыдно, но это факт. Механика или автомат? Что лучше? Для девочки на каблуках. У Оли несколько автомобилей, но тем не менее, на чем лучше ездить? На механике или на автомате? Предпочтение. Знаете, ну, я лично механика. У меня был автомат, я поменяла механику, я очень хотела механику. Почему? Потому что, ну, ты чувствуешь машину. Это вот первое, да. А в принципе, девочкам на каблуках, конечно, лучше автомат. Но опять же, вот у меня есть на автомате хорошая машинка. Этот бегемот, он большой, мощный, классный. У меня, кстати, такой же V-образный. Восьмерка — это топовая модель, то есть мощнее в линейке Volvo среди XC90 до
2014 года мощнее машины нету. Но то, на чем ездит Оля, для души машинка, маленькая, купе C70, то там поярче, там удельная мощность на вес автомобиля немножко больше, нежели здесь. А это такая неуклюжая хрень, которая классно ездит вот по снегу, где-то слегка выехать, но недалеко. То есть заезжать на ней в говно по фары точно не стоит, потому что будет дорого. Движение Volvo Family — это все классно, но я знаю, вот сколько я приезжал на разные слеты, съезды, начиная еще с Ланос клубов. Вот имея там 300 человек, а Ланос клуб, он был большой, там порядка 7 тысяч человек. Никогда не приезжает там больше 10-20 машин, как здесь обстоят дела у Volvo. Ну, я приезжал, я видел, что там собирается иногда даже 20 автомобилей. Не, на самом деле, ну, 20-30 автомобилей плюс-минус стабильно у нас есть. Почему? Потому что, ну, не бывает такого, чтобы каждый раз приезжали одни и те же люди. То есть есть костяк, а остальные, то есть они в одну пятницу приехали, в другую нет. И вот так как-то чередуются. Это движение, оно всеукраинское, поэтому, может быть, это поясняет, почему много людей не приезжает на встречу, да, сразу. А есть какие-то, кто организовываются где-то в других городах, какие-то очаги, еще вот что-то? Вот как раз, да, у нас много ребят. Виталик, привет с Хмельницкого. Молодец, классный очень парень. Он у себя в области там собирает, сам собирает, они встречаются, общаются. То есть, вот. А с лета, вот с сезона, зима, ну, такой дрифт-сезон, не наша тема. Я бы сказал, жигулевский такой дрифт. Они долго очень ждут этой поры года, когда на заваренных парах они могут выехать где-то подрифтить на своих там 70-80, у некоторых даже 100 лошадиных сил. В общем, да, это не наша тема, мы дрифтить можем в принципе в любое время года, а зимой это так. Volvo, кстати, не позволит, даже если подключать все блокировки, когда машина уже идет в очень неконтролируемый занос, она все равно будет контролировать в критических моментах. Volvo подхватывает управление, в чем, в принципе, очень, наверное, хорошо. Могу. Хотя, даже, я думаю, если повытягивать предохранители... Нет, могу по своему опыту сказать, что вот пытались, у меня была S80 до C70. Пытались, и как только не пытались ее в занос занести, она выравнивается сама, она просто не дает. Мою C70, честно, на днях тоже пытались занос. Она вообще никак, она не хочет. Вот дрифт — это не наше, и все. Ну, машина это как бы доказывает. Вот, поэтому с сезона вот потеплеет, будем еще подключать людей. Во Львове начали собираться. В Одессе маловато, честно говоря, потому что много людей с Одессы ездят в Киев на ремонт. Там не хватает сервисов хороших. Есть там мотористы толковые, есть, они в разных местах находятся, но... Ну, очень много на самом деле у нас в чате пишут, типа, подскажите там СТО там во Львове, в Одессе, еще в каком-то городе. То есть, если у вас есть станция по Volvo, добавляйтесь, пишите, вас будут находить новые клиенты, как бы будем помогать друг другу, так скажем. Это не реклама, это такая коллаборация, потому как здесь, наверное, больше речь идет о семье. Среди многих заказчиков, которым я привозил Volvo, мы как-то, я споймал себя на мысли, что мы дружим с семьями. И основная масса людей — это именно те, у кого есть Volvo. А не, есть еще Audi, Mercedes, но так, чтобы активно, это, наверное, все-таки вольвоводы. Поэтому, друзья, с нами весело, с нами хорошо. И безопасно. Инстаграм. И еще раз пишите. Звоните. Пишите, обращайтесь. В любом случае будем и помогать, и выручать, и советом, и делом. Ребят, присоединяйтесь, будем всем рады. Также там можно будет на Инстаграме видеть, когда какой-то движняк собирается, конечно, когда какие-то акции в сторону. Это зачастую в Телеграме. То есть у нас в Телеграме практически все есть. И мы туда закрепляем там сообщения. Я помню, было ДТП на твоем Volvo. Я его еще не видел восстановленный. Насколько он получился хорош? Потому что видео с ДТП я видел на, по-моему, свежевыкрашенной машине. Ой, это было прям удар, честно говоря, в сердце. Я только купила новые диски, за которые я дала, не буду говорить сколько, но скажем, много. Вот. Я только выкрасила машину. 3 месяца машина красилась. Почему? Потому что это скорее реставрация уже была.
мы варили пороги, убирали там какой-то минимальный рыжик, который появляется всегда там под молдингами, где водичка затекает, там стабильно. Машине все-таки кузову, ну, 20 лет практически, там без этого никак. Вот, почистили, все сделали, выкрасили, все красиво, все хорошо. Первая моя поездка в Одессу после вот покраски. Мы решили заехать к ребятам на The Most, им тоже привет. Вот. При том, что самое обидное, я не гонялась, я просто ехала развернуться. Я стояла на развороте, никого не трогая. Слышу визг резины. Я увидела боковое зеркало, буквально секунда, наверное. Я успела, я была пристегнута. Меня спасло то, что у меня было выжато сцепление и тормоз. Ну, потому что разворот как раз там встречка была. Я ждала вот проскочить. Он, получается, меня ударил в заднюю часть. Он залетел под меня, потому что сзади машина выше, аэродинамика все-таки. Вот. И меня развернуло мордой к нему практически. Я не смогла выйти через свою дверь, потому что меня на него еще накинуло. Это был Volkswagen Jetta с Америки. Вот. Но когда собралась толпа, они не поняли вообще, что произошло. Почему? Потому что у меня автомобиль практически целый, ну, с виду. Фонарик. А у него, ну да, фонарь разбитый, поцарапанный бампер. А у Jetta там передние двери ушли на задние, задние не открылись. Капот смялся в рулетик просто к лобовому. Ну, то есть радиатор, и все постреляло. Я выбежала с криками, с матами. К этому парню говорю, если, говорю, не дай бог, говорю, ты мне, говорю, колесо ударил, говорю, блин, говорю. Ну, то есть, то, что там сзади он ударил, то такое, я за колеса переживала больше всего. Ну, по итогу все обошлось, не так страшно, я обошлась вообще там легким испугом по сравнению с этим мальчиком. Мне его жалко по сей день, честно говоря. Потому что если бы, может, другая машина была как-то, может, у него меньше повреждений было. Но он шел где-то, ну, не буду предсказывать, но в момент удара где-то 80 км он заходил. Потому что меня подняло и развернуло. Ну, как бы, если бы он ехал там 40-60, этого бы не было, потому что у меня тонна 600 машина все-таки. Такую машину поднять, развернуть, это, ну, это надо иметь смелость и скорость. Вольво. Тут даже, да. Можно, кстати, вставить нарезку с автомобилями. У нас есть, можно литовцам позвонить, они любят такую хрень собирать. Угу. Когда Volvo практически целая, рядом кто-то стоит в говно разваленный. И таких, на самом деле, примеров очень много. Один и тот же день мы с папой попали в ДТП. Могу еще его фотки. Там Toyota ушла просто. А он целый практически. Volvo – это хорошо. Какие есть пожелания зрителям, помимо того, что пристегиваться? Знаете, хочу сказать, что, ребят, если вы не уверены в своих силах, в своих машинах, пожалуйста, не лихачьте на дороге. Я столько наблюдаю ситуаций, вот особенно в последнее время, не знаю, последних пару лет очень много ДТП лобовых. Просто люди, я не знаю, там в телефоны отвлекаются, я не знаю, чем они заняты, как вот можно умудриться просто по ровной дороге уйти человеку в лоб, притом это несет за собой не только там повреждение машины, но и жизни. Ребята, жизнь одна, цените ее, пожалуйста, не лихачьте на дороге, не садитесь пьяным за руль вообще никогда. Это строго-настрого у нас в клубе, допустим, это, ну, мне проще там, не знаю, в другой город приехать человека забрать и отвезти, если он выпил, чем он сядет за руль и унесет чьи-то жизни. Вы же не только о себе думаете, думайте о окружающих, пожалуйста.